Иван. Старт пятой скачки. Из приема вперед вырывается Сахар. На второй позиции капитан Джек. На третьем месте с приема легионер. И рядом находится Джилли Грант. Лошади входят в левый поворот. Сахар пытается наращивать преимущество, но далеко его не отпускают. Сахар лидирует с преимуществом 2,5-3 корпуса. Лошади в первый раз выходят на старт-финишную прямую. Но как сильно, практически стоя, Айдамир Шегушев пытается договориться с Сахаром, успокоить его. Но как бы не перегорел раньше времени, Сахар ехать еще очень и очень далеко. По-прежнему на прямых ногах Айдамир Шегушев на Сахаре. Более спокоен Мырзабек Капушев. Он на второй позиции. Далее Джилли Грант и замыкает капитан Джек. Все еще Сахар очень сильно налегает на повод. В правом повороте Сахар борется с Айдамиром Шегушевым. Айдамир Шегушев борется с Сахаром. Ну вот вроде бы встал на ход Сахар. На втором месте. Нет, все еще на прямых ногах. Просто сил не хватает все время. Не хватает, действительно. Да, у Айдамира, да ни у кого не хватит. Да, а соперники держат этот отрыв. Где-то 2-2,5 корпуса. Легионер позади Сахара. Дальше Джилли Грант и капитан Джек. Замыкает капитан Джек, но находится поблизости от Джилли Грант. Ну вот, наконец-таки уже в своей жокейской позиции более привычный Айдамир Шегушев оглядывается через левое плечо. Но Мырзабек Капушев рядом. Мырзабек Капушев рядом. Едет средним полем Мырзабек. Оглядывается вновь Айдамир Шегушев. Будет ждать Айдамир Шегушев, когда легионер и Мырзабек Капушев предпримут свой бросок. Лошади входят в левый поворот. Лидирует Сахар, на его преимущество уже не такое большое. Сокращается где-то до 1,5 корпусов. Легионер тут же. Остается не так много дистанции до финиша. И берется за хлыст первым Айдамир Шегушев на Сахаре. Все еще в руках легионер. И вот она, похоже, развязка в этой скачке, в этой дуэли легионера и Сахара. В руках легионер. Поравнялся с Сахаром и обходит за 200 метров до финиша своего основного конкурента, легионер и Мырзабек Капушев. Лидирует легионер. И похоже, что никакой Сахар не помешает ему одержать победу. В четвертый раз в призе сравнения. На втором месте Сахар, на третьем месте Джилли Грант. И довольно далеко отстал капитан Джек.